уважаемые господа и члены клуба компании Marshall, Carter и Dark Limited. В наши руки попал материал, хранящийся в архиве одного из наших работников, который, к сожалению, был обработан технологиями фонда SCP. Высшее руководство позволило нам показать вам эти материалы. Внимание! Некоторые данные, хранящиеся в этом обращении, являются недействительными. Все ваши дальнейшие действия будут производиться на ваш страх и риск. Приятного просмотра! Если вы услышали этот звук, значит, мы смогли обратить все ваше внимание на это сообщение, и теперь мы будем уверены, что дальнейший материал будет воспринят в полной мере. В этом обращении мы постараемся поддерживать ваше внимание базовыми методами. Просим вас не отключать ваше устройство получения информации. Приветствуем, участник операции. Ваш запрос был передан в пятую ступень пункта управления компанией. В соответствии с договором номера... имея ступень 3 и должность хозяина аукциона, вы имеете право получить данную информацию, записанную лично для вас пятой ступенью. Как вы уже знаете, в нашей компании существует некоторая иерархия, строго по которой происходит вся наша деятельность. Передача всех данных происходит с первой по пятой ступени и наоборот соответственно. То есть, имеется в виду, вся информация и все действия каждого нашего работника не проходят мимо нас, как бы это так ни казалось. В случае изменений в организационном моменте, вне каких-либо запланированных внесений, работники четвертой ступени нас проинформируют тут же. Мы знаем, в каких условиях вы просматриваете эту кассету. Мы знаем, как вы уже продумываете перенести эту запись на сторонний носитель и перенести в собственный архив, а исходник уничтожить. Мы напоминаем вам эти действия в соответствии с заключенным договором и тем самым стараемся заключить с вами доверительные связи. Далее, многие наши работники, включая первую и вторую ступень, в основном выходцы из низких слоев населения. При заключении договора с нами мы не гарантируем предоставлять им безопасное жилье, а также не заключаем с ними страховку. Так мы проверяем и испытываем людей. Вся работа в нашей компании – испытание, где вы боретесь не просто за свое существование, но и пытаетесь добиться права быть услышанным. Так как вы уже получили третью ступень, вы можете уже быть уверенным, что ваша кровь и труды, слитые за долгое время работы, не пройдут даром. Вам был отправлен материал, бумаги, коробочка с аномальным приемником, а также адреса и ключи той недвижимости, которой вы можете пользоваться, независимо уже от вашей работы. Советуем приемник настроить на частоты, описанные в новом договоре, дабы не получить побочные аномальные эффекты. Более того, теперь вы можете издавать указания нижестоящим ступеням в соответствии с вашей должностью и лично контактировать с представителями четвертой ступени при их согласии. Также, с этого момента вы можете рассчитывать на следующие привилегии. Получение медицинской страховки, получение допуска к архиву от первой до третьей ступени допущенного членства. Возможность посещать семинары под руководством мистера Картера, проходящим по адресу... доступ к ломбардным организациям, монетным дворам, банковским площадкам, подпольным и легальным казино. Получать облигации в размере 15 миллионов долларов от компании... акции компании... на сумму в 300 тысячах фунтов стерлингов, а также 15 тысяч евро специально выпущенных копий для внутриэкономических транзакций в компании МКИД. Надеемся, наше сотрудничество идет верным путем.
Теперь перейдем к следующей части вашего запроса. Безусловно, мы не будем полностью описывать всех критериев нашего поиска людей. Мы сначала сомневались в изначальной вашей кандидатуре. Однако после вашей активной работы мы пересмотрели основные пункты. В соответствии с этим наши будущие работники должны иметь хорошую коммуникабельность, холодный и уверенный взгляд на продвижение, а также бескомпромиссный напор движения в развитии. Наши работники должны быть не просто хорошо образованы. Имеется в виду не то, что вы должны иметь какие-то бумажки об окончании Оксфорда или других подобных плюшевых забегаловок, а именно ваши навыки в развитии и адаптации, желание тратить и убивать вашу нервную систему и отдаваться работе. В основном, таких людей относят к быстро сгораемому сорту, и мы также придерживаемся этого мнения. Но, как я уже говорил, наша компания – это испытание. В течение этого обращения, как и в других подобных контактах с работниками, мы используем разные методы передачи информации. Так, мы проверяем наших будущих людей на наличие сторонних навыков шифровки и расшифровки сообщений. Было бы символично использовать передачу сообщений при помощи Enigma, однако Маршал категорически отказался от этой идеи, комментируя тем самым, что метод не то что устарел, он скорее скучен. Мы оставляем визитки, открытые зашифрованные каналы связи, радиоволны и прочие такие вещи, при этом намеренно их не публикуем и не оглашаем. По этим следам приходят те, кто заметил эти связи, и в частности те, кому предположительно был отправлен контакт. Наверняка вы также замечали или приходили к мысли, что вы сюда пришли не по собственному желанию. Мы позволили вам сделать выбор, оставив те связи и те методы, которые вы сами смогли раскрыть. Конечно, нередки случаи, когда к нам приходят сторонние персоны из разных организаций, по типу глобальной оккультной коалиции или церкви разбитого бога, с которыми вы лично тоже не расталкивались, но благодаря нашим методикам и аномальным предметам, которые помогают нам в анализе, мы быстро можем рассекретить таких наглецов. Договор заключается в нескольких этапах, с первым из которых вы знакомы – описание кодекса и изучение его составляющего. Уже по его описанию можно понять всю важность нашей работы. Мы уверены, что он вам уже мозолит глаза, однако еще раз предложим его изучить еще раз к предложенным материалам к этой кассете. Следующие этапы – это передача вашей вакансии по тем же каналам, что мы оставляем открытыми. Те же кодировки, источники, адреса – все это, конечно, вы уже прошли. С получением новой ступени мы теперь просим вас выполнить несколько поручений, тем самым доказав вашу преданность и уверенное намерение продолжать работать в нашей компании. К таким заданиям относятся простые, на наш взгляд, вещи – отправить руки ваших родственников, кости погибшего прадеда, столовые приборы, переплавленные в нестандартные формы. Для каждой персоны эти задания оригинальны и не повторяются, и ваше задание находится в конверте и должно быть выполнено в сроки, указанные рядом. Теперь же, когда мы закончили с этими моментами, и вы наверняка удовлетворены нашими объяснениями, перейдем к последнему пункту. Ваше продвижение будет ничуть не легче и не будет казаться как-то облегченным от того направления, по которому вы продвинулись в данной должности. Напротив, на вас свалилось бремя, которое может сломить вас. Ваша задача будет заключаться не просто в работе как с людьми, так и с продукцией, но и самостоятельно вам придется разобрать предмет и объект изучения, сведение его описания и прочих аномальных мелочей, а также хранение и обработка информации по взаимодействию предметов и клиентов. Вы теперь не просто винтик в бюрократической системе современной цивилизации, вы сами по себе аномальный винтик. Держите это в вашей голове, и так вы сможете продвинуться. Если же у вас имеется чрево и вы ждете потомства, вашей обязанностью будет являться подготовить вашего наследника к вашей должности, если вы вдруг решите надолго узакониться в этой среде. Мы не будем намеренно торопить вас изменяться, требовать каких-то рывков. Напротив, ваше желание пройти переквалификацию должно возникать самостоятельно.
Если же возникнут вдруг условия, которые будут толкать вас как-то двигаться, и ваше желание яро будет стремиться к продвижению к следующей ступени, пожалуйста. Однако эти методы будут более сложные. Вам придется искать предметы, которые могут улавливать сложные аномальные сигналы, трансляции, сети. Возможно, придется искать людей в другом измерении, или же вообще на краю Вселенной для одного лишь получения маленького конверта. Это уже все будет известно в том случае, когда встанете на эту дорожку. Надеюсь, вы не получили каких-либо побочных явлений и признаков при просмотре этого материала. По предварительным данным, вы могли получить осложнение с непосредственно сильное развитие рака в области, а также ухудшение в области. Нам будет очень жаль, если это окажется непредвиденным обстоятельством в вашей работе. Однако в договоре были указаны все договоренности и последствия в нашей компании. Благодарим вас за сотрудничество и за потраченное время. В целях сохранения безопасности и предотвращения последствий материал оказался объектом исследования под руководством фонда SCP. Часть информации была изъята с данной копии кассеты и помещена в архив зоны. Обезопасить, удержать, сохранить.